Давайте поговоримо, пане Сергію, про те, як Путін у Китай поїхав. Вперше, до речі, відколи йому підозру оголосили, видали ордер на арешт. Ну, світ побачить, людина поїхав, поспілкується там з різними людьми, але давайте про все по порядку. Багато різних таких дуже заяв він зробив сьогодні, які протирічать одна одній. І про атакамс говорив, і про переговори говорив, і щоб Байден приїжджав на млинці, бо каже, вже програна вся війна. Як загалом оцінюєте цю поїздку, рівень її представництва, того, як приймали там Путіна, ну і ключове зі сказаного? Вообще, поехал он прошвырнуться, потому что было понятно, что это первая настоящая поездка за рубеж, потому что, конечно, там Беларусь какая-нибудь или Центральная Азия, в принципе, не очень считаются, потому что это все-таки какие-то бывшие советские республики, где не так быстро все меняется от советских времен, хотя меняется тоже. Вот, но это такая большая страна и такая большая поездка. Нужно сказать, что ее первый день вообще был чрезвычайно переоценен, потому что это вообще огромная конференция, которую собирает Китай, и там главное действующее лицо ли Китая, а все остальные это просто люди, которые к нему приезжают для того, чтобы с ним разговаривать о его программах. Путина, поэтому, вы знаете, вот было смешно читать, как, допустим, об этом отчитывался Песков и там пресс-служба президента Российской Федерации. Они сказали, что Путин вчера встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем, произошел обмен репликами. Понимаете, потому что там не было вообще никакого. То есть, грубо говоря, стоял Си Цзиньпинь на лестнице и принимал представителей 50 стран, которые собрались на эту конференцию, в том числе Путина. Вот Путин поднялся, ему, значит, пожали ручку. Кстати, не было никакой теплоты в этом, не было никаких поцелуев, просто пожали ручку, значит, пожал ручку он жене Си Цзиньпиня, и дальше Си Цзиньпинь его подтолкнул под спину и говорил, ну, иди дальше там, типа, занимайся своими делами. И дальше Путин занимался своими делами, то есть он в кулуарах этого саммита, этой конференции «Один пояс, один путь», встретился с несколькими весьма значимыми людьми, то есть там типа Орбана, там, я не знаю, типа руководителя Вьетнама, Лаоса там, вот, и тому подобных значимые мировые фигуры. То есть было понятно, что ничего, в общем, такого прорывного в этом не было. Вот. Потом он вышел к корреспондентам вот, и чего-то там поговорил. Вернее, даже он наговорил, на самом деле, самые большие глупости накануне этого визита, потому что он дал интервью китайскому телевидению. И в этом интервью, я уже об этом говорил, но повторюсь, потому что повторение мать учения, было такое впечатление, что такой секретарь обкома отчитывается о том, как он будет встречаться с генеральным секретарем ЦК Компартии Брежневым в советское время. И вот там, значит, он обсуждал инициативы Си Цзиньпиня и говорил, какие замечательные инициативы. А российского в этих инициативах вообще ничего нету. Да? То есть не с чем сравнивать. И хотя Путин все время говорил, что вот наши китайские друзья, они правильно выстраивают отношения, потому что равноправные, все равноправные. Какое равноправие между этими двумя людьми, которые пожимали друг другу ручки на вашем видосе. Китай в 10 раз больше по населению, чем Российская Федерация. Китай в 10 раз больше по экономике, чем Российская Федерация. И поэтому о каком равноправии вообще Путин может говорить с Си Цзиньпинем? И Си Цзиньпинь ему, в общем, ну так, слегка, конечно, по-восточному, значит, слегка, значит, погладил его по-шорски, поставил справа от себя, значит, на фотографии. Вот. Но все понимают, что на самом деле ничего значимого для Китая Российская Федерация не представляет. Кстати, российская пропаганда, пане Сергію, це подала як те, що Путін ледь не найважливіший гість, який запрошений на оцей саміт «Один пояс, один шлях». Що вони разом зайшли у будівлю і що його там приймали, як Путін казав, ну тому що я це Сі, я навіть не можу там про нього нічого поганого сказати, бо я би так сказав про себе. Ну, российская пропаганда, вы же сразу сказали, российская пропаганда, а что еще будет другое, рассказывая российская пропаганда? Я вам скажу очень простую вещь. Давайте подумаем, что такое один пояс, один путь. Это большой путь из Китая в Европу, из Китая
в Западную Европу. То есть Китай, как фабрика всего мира, ну, прежде всего, западного мира, создает какие-то товары и потом везет их продавать в богатую Западную Европу. Вот все остальные страны, которые участвуют в этом проекте, транзитные, они для Китая не имеют вообще никакого значения. Они имеют только значение как транзитные страны. И у Китая в этом проекте было три направления. Было северное направление, было центральное направление, было южное направление. Вот от северного направления, то есть российского направления, Китай отказался. Отказался. Он больше не делает ставку на то, чтобы через российскую территорию. Почему? Потому что Китаю северное направление было интересно дойти до Санкт-Петербурга, чтобы затем окучивать север Западной Европы, то есть скандинавские страны, Швеция, Финляндия, Норвегия, страны Балтии, ну и, так сказать, страны Балтийского бассейна. Всем понятно, что Российская Федерация находится под санкциями западными, и это северное направление не работает просто, потому что через него не пропускают теперь никаких грузов российских. И поэтому Китай сказал, все, российское северное направление нас не интересует. Сама Россия, Китай тоже не интересует, потому что сама Россия – это слишком маленькая экономическая страна, это всего 140 миллионов, это 2% или 3% мирового ВВП, то есть это нищая страна, которая интересует Китай только как поставщик не товаров, а поставщик сырья, который использует Китай. И все. И таким образом теперь Китай ориентируется на страны Центральной Азии, потому что через них дальше идут в Азербайджан, в Турцию и опять в Западную Европу. Вот. И дальше есть морской путь через Индийский океан, тоже пробиваются дороги к странам, которые находятся в Индийском океане, и оттуда опять товары идут морским путем уже опять же в Западную Европу. Какое здесь, где вы видите здесь Путина? Где? Он пытался рассказать, вот когда он выступал, ему, кстати, дали слово, и он говорил ровно 10 минут. Ну, там минуту на подходы, на отходы, значит, 11 минут 10 секунд. Но отходы были довольно долгие, потому что его камера проводила до того места, где он сидит. То есть 10 минут он говорил, и 10 минут он пел дифирамбы Си Цзиньпиню, что замечательный, огромный проект. Проект, кстати, действительно огромный, потому что триллион долларов как минимум. Да, то есть это действительно великая стройка китайская. Вот. Но Путин попытался сказать, что, ребята, а вот у нас есть тоже наши дороги, и вот мы с севера на юг можем там тоже что-то построить. Но в китайскую эту программу, эти российские дороги, которые доставляют там чего-то с севера российского куда-то на юг, они не входят. И поэтому все это надувание щек. Но потом он встретился, конечно, все-таки с Си Цзиньпинем, и три часа там они говорили, потому что там есть о чем говорить, потому что Китай сейчас пользуется слабиной России для того, чтобы получать от нее по дешевке всякое сырье. Ну і от про те, що Путін привезе додому після зустрічі з Сі Цзіньпінем, це великий зерновий контракт на постачання зернових культур. На суму пишуть близько 25,7 мільярдів доларів. Ну, але щось, очевидно, залишилось оф-рекорд, тому що треба пам'ятати, кого Путін попер собою у Пекін. Він взяв собою керівників «Газпрому» і «Роснефті». Тобто зрозуміло, що йшла мова про розширення ще якихось бізнес-проєктів, про торгівлю і таке інше. Что везе Путин додому? Ну, он взял с собой, кстати, еще начальницу Центрального банка российского Набиуллину. Он взял еще экономический блок правительства с собой. А самое главное, что он не взял с собой министра сельского хозяйства Патрушева. По крайней мере, я не слышал эту фамилию. Может, он и был где-нибудь там в делегации, но 25-м номером. Вот. А в остальном, конечно же, для Путина, безусловно, Китай является единственным сейчас рынком, большим рынком сбыта для нефти и газа. Причем Путин, опять же, во всех интервью, которые сопровождали все эти истории, он рассказывает, что вот, мы теперь переориентировались, там глупые люди в Западной Европе, типа они от нас отказались, но сами будут себе локти кусать, потому что у нас есть люди на Востоке. Китай
не может заменить западноевропейский рынок для Российской Федерации. По газу западноевропейский рынок — это было 155 миллиардов кубических метров. Китай вот сейчас, только в этом году, вышли там где-то на 30 миллиардов. Вот. Возможно, в следующем году силы Сибири заработают на полную мощность, но это 38 миллиардов кубических метров. Это только одна нитка Северного потока. Может, говорили потоки... и про другу? Ну, другая, конечно, вторая должна, ее должны только строить, и неизвестно, чем ее заполнять, потому что там газа нету. В Западной, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке нет столько газа и нефти, чтобы заполнять эти трубы. И поэтому Российской Федерации теперь надо тянуть огромное количество труб с севера российского. А это огромные затраты, потому что весь Советский Союз строил 50 лет эти трубопроводы в Европу, от которых Путин сам лично по собственной инициативе отказался. То есть больше глупости экономической вообще было трудно придумать. Дивіться, я ще би хотіла от про що поговорити, що передувало, зокрема, виступу Путіна і зустрічі із Сі Цзіньпінем. Чи співпадіння те, що напередодні Володін сказав про те, що Росія виходить з цього договору про ядерні випробування. Ну і нібито, я сьогодні зустрічала таку інформацію, що Госдума про це проголосувала. Сьогодні рознеслося мережею історія про ядерний чемоданчик, який носили за Путіним під час цієї зустрічі. Цікаво мені, що ви думаєте про це, та? І наскільки саме цю тему він міг також вести в Китай для того, щоб підвищити, скажімо, свою вагу щодо Сі. От сказати, що він такий справжній, знаєте, партнер у цій антизахідній коаліції. Ну, в этом абсолютно нічого нету, абсолютний піар, тому що за ним ядерний чемоданчик. Я, кстати, вот за ним носит всегда офицер в морской форме, чтобы его было видно. Это такая старая традиция, еще при Ельцине сложилась. Вот, значит, вот этот Эльбрус там, или как-то Казбек, там, как они его там называют. Чагет, в принципе, насколько ведомо. Там разные составляющие, то есть чемоданчик называется Чагет, но там есть другие составляющие. Сама система, по-моему, называется то ли Казбек, то ли Эльбрус, то ли что-то в этом роде. Вот, это просто пиар. Ну, это правда ядерная кнопка там в этом чемоданчику, чи ні? Там, это, ну, что такое ядерная кнопка? Это чемодан действительно связи для того, чтобы отдавать приказ о применении ядерного оружия. Другое дело, что к этому чемоданчику нужно добавить еще два таких же, которые есть у министра обороны и у начальника генерального штаба. То есть сам один Путин не может принять решение о применении ядерного оружия в одиночку. Вот. Просто у него, конечно, вот как у президента, есть такой чемодан. И этот чемодан за ним ездит всегда. Вот 24-й год он находится у власти как президент, и 24 год за ним возит этот ядерный чемоданчик. Просто вот сегодня они решили нам его показать и показать этот видос. Хотя на любой встрече, куда бы Путин ни ездил, у него за ним едет этот ординарец с ядерным чемоданчиком. То, что Государственная Дума проголосовала в первом чтении, значит, закон или проект закона о том, чтобы, значит, Россия отзывает ратификацию, она не выходит из договора, она отзывает ратификацию, которую, кстати, этот договор не ратифицирован довольно многими значимыми игроками, а некоторые значимые игроки его даже и не подписали. Китай его не подписал, Индия его не подписала, Пакистан его не подписал, Северная Корея не подписала, Соединенные Штаты Америки не ратифицировали. И, в общем, из этого тоже делается надувание щек, потому что, грубо говоря, когда Путин не может показать, что он что-то делает, что он что-то создает, то есть позитив какой-то, тогда он делает вот такой пиар на негативе. Это было уже в феврале месяце, когда он выступал перед федеральным собранием, и он тогда говорил, что Россия приостанавливает инспекции в рамках договора о сокращении ядерных вооружений с Соединенными Штатами Америки, «Старт-3», но эти инспекции уже и так не ездили 2,5 года или там 2 года. И поэтому Путин просто подал это решение как значимое решение, которое на самом деле вообще не было никаким значимым и де-факто уже не работало. Так что это все не больше, чем пиар. И все.
Що стосується того, що Путін сказав на прес-конференції, зокрема у контексті передачі Україні ракет «Атакамс», він сказав, що це була велика помилка Сполучених Штатів Америки, а потім він почав щось говорити про переговори, що, типу, Україна шукає виходи, як би сісти за стіл перемовин, і каже, що Байден нормальний хлопець, хай приїжджає на млинці, забирає свої «Атакамси», бо чого вже, війна програна. Що це за пасаж? Чего? Ну, это просто, ну, это стёб такой путинский. Потому что, если вы заметили, у него изменился немножко способ рассказки и рассказы в последнее время. То есть он стебается довольно много. Он, так сказать, всякие шутник, там прибаутки какие-то. Даже шутник такой, вот, то есть, ну, в принципе, ну, что, это его стиль такой, да, вот мы с этого он начинал, кстати, вот, мочить в сортире, это вот оттуда все идет, да, и все это продолжается, вот, потому что, строго говоря, ну, а что он может ответить Соединенным Штатам Америки? Ну, вот что он может ответить? Потому что Российская Федерация, кстати, там голосами Медведева, пропагандистов каких-то, главы Государственной Думы, говорил, что если, не дай бог, Соединенные Штаты Америки передадут там Российской Федерации Украине танки, то все, значит, это будет красная линия, ответим ядерным оружием. Передали — никакого ядерного оружия. Сейчас передали «Атакамсы» — никакого ответа. Значит, чем может ответить Путин? Кстати, Соединенные Штаты Америки поэтому вам передали всего 20 «Атакамсов». Потому что они нарушили красную линию, но нарушили ее очень маленьким количеством. Ну что, если Путин в ответ на это что, взорвет ядерную бомбу? И как на него будут смотреть во всем мире после этого дела? То есть понятно, что у него ответа никакого нету. Вот. А затем за этими 20 атакамсами вполне возможно, что к вам придут сначала 100, потом 200, потом 2000. Ми сподіваємось, нам дуже треба, чим більше, тим краще. Ну і на сам кінець, я так розумію, наступна зупинка — Пхеньян. Ну, Пхеньян, да. Опять же, ну что Пхеньян ему может дать? Там никаких значимых технологий в Пхеньяне нету, потому что они, наоборот, побираются у Российской Федерации, у Китая. Другое дело, что они могут передать какое-то старое, ну там, артиллерию, вернее, снаряды старых советских калибров к артиллерии. Да, это, в принципе, они могут сделать. Возможно, Путин пытался получить от Китая что-то военное, кстати, во время этих трехчасовых переговоров. Вот, пока никаких, кстати, подписано, вроде документов никаких не подписывали. То есть это просто такая трепология. Вот. Ну, Китай, в принципе, через себя пропускает какой-то серый импорт. Китай, от Китая зависит, что разрешит он или не разрешит Северной Корее, с чем поделиться с Российской Федерацией. Ну, в общем, я бы сказал так, что ничего серьезного, строго говоря, я для мира не жду, и для Украины чрезвычайно опасного не жду, потому что вот этот проект Китая, я поэтому так вам долго его и подробно объяснил, что этот проект Китая – это экспорт китайских товаров в Западную Европу. Если Китай начнет с России очень активно чего-то там нарушать санкции, то вот весь этот китайский триллионный проект повиснет в воздухе, потому что против него Западная Европа применит санкции. А Китаю это совершенно не нужно, потому что проект этот триллион стоит, а оборот с Российской Федерацией 200 миллиардов всего, а Западной Европой 1,5 триллиона в год оборот у Китая. И поэтому в угоду Путину Китай не будет приносить такой огромный глобальный проект, чтобы он накрывался медным тазом. Дякую за розмову і що доєдналися. Спасибі. Сергій Жорнов, колишній співробітник КДБ СРСР та Служби зовнішньої розвідки РФ, був з нами на зв'язку. Дякую.